Приветствую всех гостей и постоянных зрителей канала «Современные родители». В последнее время появляется все большее количество различных устройств для кухни, облегчающих выполнение рутинных задач. Одним из таких устройств по праву может считаться яйцеварка. С помощью данного прибора можно готовить яйца быстрее и при этом гарантированно угадывать время, чтобы получить необходимую глубину проварки. Сегодняшнее видео посвящено пятерке лучших яйцеварок, которые можно купить в местных магазинах. Как обычно, ссылки на такие магазины я оставлю в описании к ролику, чтобы понравившуюся модель не приходилось искать самостоятельно. Приятного просмотра! Я разместила все отобранные модели в порядке увеличения их стоимости, поэтому на первом месте оказалась яйцеварка First Austria FA5115-2. Это вариант для небольшой семьи или одного человека, живущего самостоятельно, поскольку за раз с помощью данного устройства можно приготовить не более 3 яиц. При этом, несмотря на относительно невысокую стоимость, модель обладает всем необходимым, чтобы считаться одной из лучших. Так, ее корпус изготовлен преимущественно из нержавеющей стали. Пластик используется только в местах, где нагрев минимальный, поэтому можно не переживать, что со временем он начнет деградировать и рассыпаться. Сам нагреватель довольно экономичный и потребляет во время работы всего 210 Вт. Присутствует всего один режим работы, поэтому отключать яйцеварку придется самостоятельно, если нужны яйца в мешочек или в смятку. Вкрутую же можно получить их и без дополнительного контроля. При достижении полной готовности яйцеварка отключится сама. Для управления используется простой механический переключатель, поэтому проблем с использованием устройства не возникнет ни у кого, включая детей и людей в возрасте. Если устройство будет случайно включено без воды, оно выключится автоматически, так как сработает встроенная защита. То же самое произойдет и в случае перегрева. В комплекте присутствует специальный мерный стакан, при помощи которого можно отмерить оптимальное количество воды, необходимое для приготовления одного набора яиц. Нравится смотреть видео с подборками лучших устройств, которые могут облегчить быт и помочь высвободить время, чтобы провести его с семьей? Тогда подпишись на канал «Современные родители» и обязательно включи уведомления о выходе новых роликов через колокольчик. На втором месте оказалась яйцеварка Bomon EK5022CB, рассчитанная на одновременное приготовление до 6 яиц. Она имеет относительно небольшие габариты, поэтому может стать отличным дополнением даже компактной кухни. Внутри пластикового корпуса скрывается 400-ваттный нагреватель, способный всего за несколько минут довести до готовности загруженные сырые куриные яйца. При помощи встроенного светового индикатора можно следить, когда яйцеварка отключится самостоятельно. Если же нужно, чтобы яйца варились не вкрутую, необходимо самостоятельно выключить ее, замерив время при помощи любого подходящего таймера. К сожалению, собственного механизма отключения по времени у этой модели нет. Если же дать яйцеварке выполнить программу приготовления полностью, после ее завершения прозвучит звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что яйца были сварены вкрутую и могут использоваться, к примеру, для приготовления различных салатов. Вес устройства в полной комплектации составляет всего 650 грамм, поэтому после использования даже хрупкая девушка сможет убрать такую яйцеварку на верхнюю полку кухонного гарнитура или на холодильник, чтобы она не мешала, пока снова не понадобится. А какого количества яиц, приготавливаемых одновременно, было бы достаточно лично для тебя и твоей семьи? Расскажи об этом в комментариях. Будет интересно собрать статистику того, какие именно яйцеварки окажутся наиболее востребованными. Модель Клатроник EK3497 максимально похожа на предыдущую. Среди ее преимуществ можно выделить наличие антипригарной нагревательной пластины. В случае, если яйцо во время приготовления все же лопнет, его остатки будет относительно несложно удалить, чтобы продолжить пользоваться устройством. Для управления яйцеваркой используются обычные механические кнопки, которые могут служить довольно долго, не проявляя видимых признаков износа. Вдобавок, такое управление упрощает использование прибора и позволяет не слишком сильно углубляться в изучение инструкции, которая идет в комплекте.
Как и большинство других моделей, эта яйцеварка имеет встроенную защиту, предотвращающую выход из строя вследствие перегрева или случайного включения без воды. Поэтому переживать о том, что она сломается из-за неосторожного обращения, явно не стоит. Единственным минусом данной модели можно назвать разве что довольно короткий шнур для подключения к сети. Его длина составляет 0,7 метра, поэтому использовать яйцеварку получится только в непосредственной близости от розетки. Впрочем, если кухня сделана по современным стандартам, это не должно стать проблемой. Понравилась данная модель и захотелось приобрести ее, или же есть желание сравнить ее с компактной яйцеваркой на 3 яйца, которая открыла сегодняшний топ? В любом из этих случаев рекомендую заглянуть в описание, где есть прямые ссылки на проверенные магазины с актуальными ценами. Яйцеварка Клатроник EK3321 имеет дизайн, который смело можно назвать уникальным. В отличие от других моделей, попавших в сегодняшнюю подборку, у нее нет прозрачной пластиковой крышки. Вместо этого подавляющее большинство элементов изготовлено из нержавеющей стали, благодаря чему их гораздо проще мыть. Кроме того, металлический корпус выглядит в разы презентабельнее, ведь не собирает царапины, в которые со временем забивается грязь, а попытки ее очистить приводит лишь к появлению новых царапин. Однако полностью металлический корпус – это далеко не единственное преимущество данной модели. Она позволяет готовить одновременно до 7 яиц, причем заранее выбранным способом. Помогает в этом встроенный механический таймер, устанавливаемый на определенное время, по происшествии которого устройство автоматически выключится. С ним случайно упустить нужный момент и переварить яйца, которые должны быть сварены в мешочек или в смятку, точно не получится. После срабатывания таймера и отключения нагревательного элемента прозвучит сигнал, говорящий о полной готовности яиц. Благодаря ему яйца можно будет своевременно достать и поместить в холодную воду для облегчения процесса очистки. Несмотря на возможность одновременного приготовления 7 яиц, устройство получилось довольно компактным. Да и вес его увеличился по сравнению с предыдущими моделями несущественно, хоть металла в конструкции корпуса и стало больше. Закрывает сегодняшнюю подборку лучших яйцеварок модель Casso E9, рассчитанная на одновременное приготовление сразу 9 яиц. Одним из ее плюсов является возможность оставить некоторые ячейки пустыми, и при этом программа все равно будет выполнена без ошибок. Поэтому данная яйцеварка получается наиболее универсальным решением, ведь с ее помощью можно приготовить как одно яйцо на завтрак, так и целых 9 для салатов или других блюд. Однако на этом плюсы модели не заканчиваются. Встроенный таймер, как и в предыдущей яйцеварке, гарантирует точную глубину проварки загруженных яиц. Наилучшего результата удается достичь, заливая необходимый объем воды при помощи входящего в комплект мерного стакана. Еще один плюс – это возможность приготовления яичницы-глазуньи при помощи специальной формы, входящей в комплект. Для этого следует использовать режим омлетницы, который есть только в этой яйцеварке из всего моего списка. Однако такая универсальность негативно сказалась на размерах и массе устройства. Яйцеварка занимает довольно много места, поэтому лучше заранее продумать, куда ее можно будет убирать в то время, когда она не используется. Причем это должна быть не верхняя полка, ведь весит она чуть больше 1 килограмма. На этом ролик с подборкой лучших яйцеварок для бытового использования подошел к концу. Напоминаю, что все модели, которые были рассмотрены в нем, можно купить в магазинах, не затрачивая время на самостоятельный поиск. Достаточно лишь воспользоваться прямыми ссылками, которые оставлены мной в описании к этому ролику. К слову, если он понравился, буду благодарна за оценку в виде лайка. А в комментариях каждый может рассказать, как часто ему приходится варить яйца для различных блюд и может ли хорошая яйцеварка стать настоящей помощницей на его кухне. Чтобы не пропустить новые видеоролики с подборками различных устройств для облегчения рутины работы по дому и не только, рекомендую подписаться на канал «Современные родители» и нажать на колокольчик, чтобы включить уведомления. Тогда мы обязательно скоро встретимся в одном из свежих выпусков.